что дальше? Я Алексей Романов. Это Кася Дати. В этой сфере, вообще вот в сфере моды, да, и тому подобное, очень мало мероприятий в Владивостоке такого вот уровня. Можно сказать, международного уровня, потому что к нам реально приезжают не только с России, да, но и из-за рубежа на это мероприятие. Это, ну, событие значимое, и можно сравнить с такими, да, мероприятиями, как вот в Санкт-Петербурге, в Москве, Fashion Week, да, да и вообще в мире. Поэтому для нашего города это, конечно, очень значимо, и то, что это будет ежегодное мероприятие, это еще, ну, более хорошо, да. Поэтому я считаю, обязательно нужно обращать свое внимание, участвовать, смотреть, показывать себя и смотреть то, что привозят другие люди к нам сюда в город. Ну, так как мы фотографы и мы непосредственно с этим связаны, то скорее мы будем говорить именно о той части, что связано с конкурсом фотографов Pacific View, именно в рамках вот всего этого общего действия. Во-первых, мы призываем молодежь в лице фотографов принимать участие активно, не бояться себя, о себе заявить на этом мероприятии, присылать свои работы, заявки и тому подобное, потому что мы столкнулись с тем, что вот в Владивостоке молодые фотографы боятся куда-то себя проявить. Мы вот в лице жюри всех призываем участвуйте, заполняйте заявки, присылайте свои работы и этим заявляйте о себе, мы это всячески поддерживаем. Обещаем интересную программу, интересные мероприятия, интересные с точки зрения фотографов и моделей, там, сценические даже какие-то вещи вот на, ну, во время проведения всего этого конкурса и всей недели. Так что помимо того, что участвуете, еще приходите. Приходите, особенно в те дни, которые посвящены именно фотоконкурсу. Будет много интересного, нужно посмотреть, как работают фотографы, профессиональные, любители и те, кто участвует в конкурсе. Ну вот так. Сегодня у нас проходила первая предварительная встреча с организаторов всего этого действия и тех фотографов, которые думают участвовать, не участвовать. Мы отвечали на вопросы, призывали всех участвовать. Такая встреча еще будет на следующей вот неделе. Так что те, кто еще вот не слышал, не знает, думает и тому подобное, следите за информацией и приходите. Ну, я не знаю, я думаю, что фотография, все хорошо, это надо чувствовать, да? Это не только технически, ну, как-то четко, да, фотография. Иногда потирает и все, там, модель, ничего не как-то видно, да, или эмоций нету, то я считаю, что это неинтересно. Фотография, да? А фотография получается. Поэтому я надеюсь, что люди как-то сам себе, что никак это не думать, да, что-то правильно или неправильно, только надо себе все показывать, да, и контакты надо найти, модель, да, и все как-то эмоции. Сразу видно, что-то чувствует, да, если люди смотрят, да, то так я считаю, что очень хороший фотограф, ну, фотограф, да, получается. Поэтому я надеюсь, что которые будут там конкурс, да, не боится все, хотя что как-то свои идеи, да, и все как-то показывать, все это, пусть это уже фотография надо показать, да. Я думаю, что интересно. Такое я хочу смотреть. Да, то есть Такаш говорит о том, что не важно, кто учился, не учился, да, то есть да, вот да. Это все не важно. Если есть свое чувствование, да, то есть вот выражайте его в фотографии, присылайте нам, и мы это будем смотреть, и если мы увидим, что это реально что-то интересное, то, конечно, мы это обратим внимание, привлечем и, как говорится, выберем на участие в конкурсе.